Добрый день, коллеги и уважаемые зрители. Медицина – это отрасль достаточно сложная, очень специфичная, имеющая много деталей и особенностей. Кто же все-таки эффективнее в роли управленца медицинской организации – врач или не врач? Важно понимать, что в центре нашего с вами взаимодействия всегда находится пациент. Правильные исследования в правильный момент. Что делать, когда тебя назначили руководителем? Это буря эмоций. За что хвататься? Вам нужно определиться, что в данный конкретный момент, какая стратегическая у вас цель. Эффективность вот этой вот связки клиника с лабораторией может быть намного более высокой. Хорошо, когда они работают в едином порыве. Такой путь развития организации всегда более выигрышен.